19 ноября текущего года в Заречной части города завершены пусконаладочные работы по этапу газификации номер один. Доступ к газу получили 280 домовладений. Голубое топливо пришло и в дом номер два по улице Кольцова. Татьяна Петрова говорит, что для их семьи это долгожданное событие. Мы так долго его ждали. Платили огромные деньги за отопление. Теперь надеемся, что будет гораздо меньше. Благодарим нашу администрацию. Благодарим Мирошниченко с города Урюпинска, их компанию, которая очень качественно и прекрасно провела работы за умеренную цену. Благодарим и низкий поклон фирме «Бакси», которая поставляет прекрасные газовые котлы. И надеемся на то, что теперь мы будем в тепле и будем комфортно себя чувствовать. Индивидуальный предприниматель Юрий Мирошниченко из Урюпинска работает в партнерстве с компанией «Бакси». После заключения договора котлы, которые устанавливают ахтубинцам, обходятся им на 20% дешевле, чем в розничной торговле. В рамках газификации города Ахтубинска наша компания сотрудничает с ИП «Мирошниченко», город Урюпинск, который является нашим партнером по данной программе в городе Ахтубинске. За период действия данной программы поставлено более 500 настенных газовых котлов «Бакси Эко Хоум», которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. На Ахтубинской земле урюпинские газовики работают уже не один год и за это время хорошо себя зарекомендовали. Отмечаем, что уже два года на нашей Ахтубинской земле активно ведет установку итальянских газовых котлов компания «Бакси». И совместно с ИП «Мирошниченко» из города Урюпинска ведется монтаж оборудования в домах, что позволяет достичь хорошего качества работы по приемлемым ценам. Мы надеемся, что и в будущем такой плодотворный рабочий тандем сохранится и впредь. Анна Сироштанова – пенсионерка. Газификация ее домовладения по адресу улица Тельмана, 84, обошлась почти в 120 тысяч рублей. Сюда входит покупка оборудования и работы. Теперь в доме будут не только готовить на газе, но и обогреваться им, а также мыться. Получается, что дом со всеми удобствами. Представитель компании «Бакси» вручил Анне Семеновне фирменные сувениры и выразил уверенность, что котел «Бакси» прослужит долгие годы. Хозяйка была растрогана и очень благодарна. Я очень довольна бригаде, урюпинской бригаде, что они так все хорошо сделали. И я, что я могу сказать, все хорошо, всем спасибо большое, что так быстро сделали. Мы где-то в июле начали, уже вот сейчас газ есть. Газ пришел и в другие домовладения в Заречной части города. Их стали подключать в тот же день, когда пусконаладочные работы по первому этапу газификации были завершены. Мы начали подключать абонентов, по которым уже был завершен монтаж газооборудования в домах, по которым имеется полный пакет документов на руках. Приглашаем всех жителей города подключиться, воспользоваться возможностью, подключиться к самому экологически чистому виду топлива.